С вами Александр, легенды дракономании. И, в общем-то, кто не знает, как вывести этих драконов или еще какого-нибудь дракона, в общем-то, смотрите прошлую серию. Там у нас был пасхальный стрим, там мы отвечали на все эти вопросы и вообще на много вопросов, как вывести какого-то дракона. Так что милости прошу, там целый час полезной информации. Так, ну а мы возвращаемся к нашим делам. Так, у нас осталось 14 часов, чтобы вывести авокадо, то есть это у меня будет сейчас последняя попытка. У меня его никак не получается вывести. Попадается всякая ерундень. Давайте нажмем так. И вот так. Ну, комбинацию вы заметили. И опять у меня не получилось. Ну, значит, у меня еще есть время еще на одну попытку, по крайней мере. Так, дракончик сегодняшний, которого мы будем прокачивать. Это у нас будет... Та-дам-та-дам-та-дам! Он уже у меня давно есть. И это Растафари. Редкий дракончик. Надеюсь, у меня есть куда его разместить. Конечно же нет. Ветер, вода и камень. Сейчас будем что-то искать. Ветер, вода и камень. Так, вот тебя мы продадим. Мне их просто уйма. Давайте разместимся. Так, экран потемнел. Куда нас бросило, неизвестно. Так, ну, в общем-то, вот такой вот у нас забавный дракончик. Делаем скриншотик. Особенно квадратненькая голова. Он напоминает, знаете мне кого? Из мира юрского периода Дедикуруса, например. Очень похож, как будто бы это у него панцирь. Вот хвостик такой, и рожки. Ну, очень похож. Кто согласен, ставим лайк. Давайте ему сейчас... Так, поставить, мы пока ему уровень не подняли. У него 60 сила удара, ну, слабовато. Ну, для редкого такое дело. Сойдет. Кормись, кормись. Расти большой. Так, все, 16 уровень. Этого более чем достаточно. Но у нас такой, как видите, с корешками. Это у нас, в общем-то, символ растительности какой-то. Давай, давай, ну, торопись. Поторопись. Так, скриншот в полный рост. И такие вот у него характеристики. Так, ну, по-моему, мы уже вывели всех драконов, которые у меня, как бы, там были накоплены. Новых вроде бы как не осталось. Так, ну давайте мы зайдем в магазин. И драконы божественные. Вот нам... Подождите, а разве нам мне не давали этих фрагментов? У меня... А, у меня 4. 5. Да и откроем карточку. Оу, попался. Один попался, ребятки. Отлично. Давайте посмотрим, сколько нам еще там могут нам дать этих карточек. Стоять, это не сюда я зашел. Где эта календарная акция наша? Вот наша календарная акция. Вот-вот, нам дадут 5 кристаллов. 2 этого и 4. Вот тут дадут 4. Но опять же, это только на одного дракончика. Ну, на одну карточку. Ладно, ладно, давайте сможем еще купить одного. Божественные. А, не хватит у меня. Не хватит, ребята. Что ж, ну тогда через денек-два вот нам дадут. И тогда с вами прикупим нашего дракончика. Ну, попробуем еще один фрагмент насобирать. Что у нас тут по заданиям? Есть собрать еду? Да, есть задание собрать еду. Давайте его тоже повыполняем. Вот еще собрать еду. Так, это рудник. Это нам не нужно, это нам не нужно. На рудниках тоже мы легко это сделаем.
Так, и тогда у нас будет, ребятки, сегодня подземелье. Раз нам предлагает шанс выиграть кицуне. Ну и погнали в бой. Отлично. Весна. Дракончик. Это не весна была или... Или не весна была? Гладиатор. Дождик. Робот. Так, смотрим. У нас два планетарных дракончика, я так бы их назвал. Космических. Космических. С Сатурном на хвосте. Сатурн, Юпитер. Сколько очков нам дадут? Нам 42, да, нужно было насобирать, чтобы выполнить первую часть. Это всего 32. Ну, в любом случае, давайте еще один бой выполним. Потом пойдем, заберем очки. Кицуне, вот, собственно говоря. Ну, он мне напоминает какого-то Якая из аниме. Жидкое пламя. Так, время выйти. И собрать. 49 нужно было баллов. Это нам не интересно. Нажимаем сюда и возвращаемся. Бой номер 4. Ставим мою любимую комбочку. Хотя здесь, в принципе, надо факел первым ставить. И все. Два дракона ставить, блин, а то мы реально сейчас лишнее время теряем. Одного факела вообще ставить. Он же тут всех ваншотит, как бы. Это раньше было как-то тяжелее, когда были вот все драконы 40 уровня, было как-то тяжело. А вот когда есть один 45-го, то проблем каких-то как нет. Нельзя как-то убрать тебя отсюда. А, нет, покрепче тут попались. Но не беда. Кирпич вообще крепыш. Ну, на всякий случай, давайте еще раз выйдем. А вдруг нам еще навалят точно такое же задание? К сожалению, нет. Тогда выполняем наш последний бой. Не обратил внимания, какого уровня там драконы. Для разнообразия. Агент. Агент щит наложил. Ч
Что-то как-то не пробивает. Ничего себе, он, смотрите, живой до сих пор оставался. Какой крепкий. В прошлый раз мы открывали, не знаю что, давайте откроем левый. 3 алмазика, но это самое ценное, что здесь было. А сколько мы уже очков насобирали? 6000. 6000 очков, Куцуна стоит 25. Ну, зомбика мы будем брать следующего. Зомбика. 27 тысяч. Так, сможем... Ну, мы, наверное, никуда здесь не сможем продвинуться. У нас босс. Хотя давайте попробуем. Чем черт не шутит, как говорится. 2 балла. Ну, кого-то на 5 баллов. Это будет слабенький какой-то дракончик на 5. Так, на 5. 30 уровень, ну, вообще бессмысленно нанимать кого-то. Тут нужен либо VIP, либо, ну, обычные бои. Но мы и так затащим. Они слабенькие. Ты слаб. Вот и все. Так, а кто у нас здесь? Армен. Так, ну давайте пробуем еще сюда. То есть мы здесь без проблем пройдем. Ну и все. Все получили заражение. И до свидания. Потихонечку, маленькими шажочками мы продвигаемся по карте. Так, почти 50 уровень, и уже есть легендарная фея. Ну, попробуем. Последний наш бой на сегодня, ребятки. Давайте агента. Не, мы все-таки его заразим. Он передаст эту заразу фее. Ну, еще добавим тиграм. Ну, вот и все. Довольно легко. 759 тысяч легендарный удар. По-моему, много. Ну, это мы уже будем, наверное, на следующей остановке делать. Ставим мультипосадочку на 1 часик. Так, что я хотел? Почему я сюда полез? Посмотреть, сколько бьет факел. Хотел. Удар нанес на 759. Так, у нас есть 500 тысяч. Кого там из металлических еще давайте попробуем, может, качнуть там. По-моему... Так, 30-й уже. Арктического я качал, точно. Я вспомнил. Вот он где-то здесь. Но, опять же, да, не хватит. Раз, два, три, четыре. 28 уровень арктический. И он нам сразу закроет 2 храма, если я не ошибаюсь. Так, храм металла. Вот он сюда попадет, 30-й. И ветра. И ветра, да, будет вообще все чудесненько, ребята. Но потом останется вода, ну, пустота,
будет у нас следующая на очереди по закрытию. Вот такие вот у нас были, ребятки, сегодня дела. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.